Сара сиклас ажбату ве абзагургуля их цехуб. Абзагургуля абсна ахакутра и ху акути. Абзагу далгит ахатуй ажбатуй абзара в школу. Сара сазгдуб абзагу пшуго абсна дзеча су школ эхалгас. Зипсадгил с ху акустат хаштра ику. Сабзаг хуча, сукра химдза, аяшара зиквтвоз, аяшара яладзис, сукра химдза, сабзаг хуча. Акызацук, сгузлац ажуа, сайку ухоп ван, яхи ухас на бухисчой, ван дуг ухшо, ван. Абар уявяшук сиртысхейт, аха ариауада ярат шайныцыз иғуб. Айуна ремонт гарцейт, идырбшцейт, аха бзаг уявада ялам кесцейт. Июна гылу аматпарква мачке вхазарге, яра ехихаануазы ирбсахву. Атзамцква иркыдуб инабалы тихыза сахяква. Атыпаджа иштуб июсцвери злахмаруаз анартква. Уавювачтан абзаг арпарца ицна яйна шилуфю. Ян абзагу вадала сылас дуйналуйт, а руб лапсахилшу, и лгвала лархуйт лычкун бладшаши хучра и купшра. А мне фатабой и халы кадерчабла, а тахмад шаран сам бы сахатын як верчабла. А при сахе дачун эпишрела ганцы, дал ганцы. Я бы щерпала, и на гдзинистом хте, и бжем чам на его. Даш под шапхи у зимбадзаку, и как один ершелозга. Бриарш обхер бзивон. Ура бзик уштал мама, вот за университетах, вот сот уак ход, но са мама сак хадзом, ухан вот гид спрха гадзом, и бзин из цай вот его. А сам же навал, вот, мама, Ктол айнги дыргылайт яра ус итахыназы. Ус ханабзаг хатала дырхылапшуан аргыларат усураква. Акалак яадзаз арпыс акыта дара бзе ибон. Игуйтан ицара даналгалак нхараха ктолга диясырц. Ей цердруа аджи хахян, чыцира асабийца зиге, ей пшни цууид.
аха урт ян рзхалак, фазишала зинза эйпшхадзум, уйзбзуру, аадзарубхе. А интеллигент та чара ял язабзав, абсвари рейхва традиция курлада адзан. Яб эйцердру ашкую Борис Кургулия, ян арцаю Нели Чичпха, и рылшу зик харзейт рыхшара ламысла раадзаразы. Усялка она бас скалот и хомас тахайра, и гурцпулчкелый бзиен. Тахязуклаги, маншалан, бзиен из хаван, инак ситшон сихдзидзауан абри, амцух тапхашона зухана, и худашта дзамс. Ана ябы абстазара ирзана гейд рабхет бегух. Вяшукса схыцвоз рпей хаб ахра, ама фердабхит. Ицыгаз. Тыпкачы и узмыртоз ахрат шухмаруаз им быцат хвацит абылпыз таз матвашарка. Ахучи имбла чеймкон ябода анхыйт. Уинахыс абзаву яща эйхагиды хылапшвадала гейд. Дрыц хайшу. Айшца дара эйзайгон. Зигрыла эйцхрава. Рапсейпш бзи ирбуз рапшазач ада илхцидзава. Абзаб Гургулия згурцхул бзиез дзайвин. А царена чидана яра дрылахун эйвэпшим асекцэква, а спорт дасказан, яра убас и бзиена тыхман. Кчияра ладалгайт асахя тыхрапшку. Абжяра цара анахирпша киевпи асахя тыхрат академия талайт. Ахадук хара имгаква тхунхуи дэхэадзэз агвака и цара яцидзуит атурух юрист факультетахана. На университетке кэты дыштаз, кто он ту юзачку нактэмэй? Хустайган, а пара псахра адизнит абзагуйчо. Абзагуа пара има дзамс. Харгиш хамам зидыр ванаха, харги дахчу пхачон и хэдзомз таки тахылзырги. А пара харай хайм хэдзагуана, а джинс костюм я бизайхан абрииман. Чкилабзи и бон и нишицо асхайцом и воротник дяхан. Чурбаюин, дыцкиюин, чкилачка. Абрибзи и шибус шагазакумква атрехстволка джит и вот хай-хай. А шакибзи и цка. Абни и сад хадикит и юзатаник абрию джинсовый костюм сутари устодихи. И джинсовый юбря арабзи и бонаха, и джинсовый костюм нитана обрешаки михи. Ах, дуону скаду я шаки. Абри михан дегур хэта айницах нишима закумква, ктол ту язычку над нейте апарап сахра. Духуцин хариш хама мидру дирешима мидру. И гуас фабихана обрешак ах, псио бихе. Абрити ну хияр хохайи. А шак етам и юзат гургатратцам и тиин и хияр хо. Аштах абри юзачкун, абзаг дыштаха замеха, абри шак зитаз и тиин и хохай. Абзаг ехцалаха, абри цахбиевам юзачкун. Забакет и хара замква машурла дтаркет наган. Абри ден тарк абзаг тхагахай. И захдузи абри деш патаркози хи. Уи ян еды длыма дземи хи. Сараса настатаробицам фраси. Ура абзагу и лагам урош пататос хи. Ура умцхну смомас хи. Уаше абгид инвалидубс хи. Ура гугогот ушпацос хи. Ах, ему спальня снизу, шкаф топ, цепима такой псахан и чай битей. У обацу я взял хада ныска, а бахтах сто сюзицем хураса статоти. А бастыган обзал анчихан, анчичарала, и юзы баки гидши харам зилырка, а чиночка дорожки. Абру бабзаг дахинхоз, аква апсуа раштаха изышту. Абру и юзцейри ахейц рызхаз.
Аԥсуаа рашҭа иааӡаз аҷкәынцәа иахьагьы реиҩзара еилшәара амаӡам, иахьагьы еиқәшәоит аибашьраҟынтәи изыхнымҳәыз рыда. Урҭ еснагь дыргәаладыршәоит Абзик. Двор сейчас, в котором мы находимся, сегодня трудно в это поверить, глядя на него, довольно печальное зрелище, но в свое время его можно было назвать образцово-показательным. Огороженная спортивная площадка, здесь и в баскетбол играли, и в футбол, и в хоккей, я не оговорился, и в хоккей играли, столы, настольный теннис играли. Но самое главное, конечно, здесь, в этом дворе мы и росли с Абзиком, играли, радовались жизни, дружили. Каждый среди нас друзей, мальчишек, которые жили в этом дворе, для каждого из нас он был лучшим другом. Каждый из нас так считал, что вот он у нас самый такой, потому что он был теплый, добрый был очень человек, честный, очень честный. Такие положительные качества, когда собираются в одном человеке, вот можно уже себе представлять картину. Если человек честен, если человек храбр, если человек силен и при этом умен, не то что сила без головы, то это получается неординарный человек, который многогранный, многосторонний. Понимаете, от него вот, как говорится, солнце или вот излучал, такой он человек был, понимаете, все люди к нему тянулись. Мы не были как друзья, вы понимаете, и у меня родного брата нету, он мне был как родной брат. Не было ни одной ситуации, чтобы вот здесь много людей жило разного возраста, разных национальностей, и будучи юношами, когда, казалось бы, там какой-то пакетик с собой носить и не особо хочется, если он встречал бы любого жителя старшего возраста с каким-то тяжелым грузом, он шел навстречу, причем зачастую под приколы своих друзей, но он все равно шел, брал, поднимал, тащил на четвертый, третий, неважно куда. Ну, в этом его была натура. Он был постарше, я всегда его опеку с детского садика слушал. Я мог себе какие-то вольности позволять. И в школе, зная, что там все будет нормально. И это и оставалось, даже мы повзрослев, в принципе, да, там и во время войны он бегал там, и были случаи, что там это в первые дни, там действительно все было еще, что, кто знал, да, там сейчас кто знает, что это такое война. И там были такие моменты уже, когда что и город, в принципе, был, мы были на универсаме, грузины на Красном мосту, а город как бы нейтральный был. И мы вот ночью там разделились на группы, выехали, Абзи где-то в другом месте был. И я вот там со Сланчиком Зуба нас оставили, и мы, в принципе, там вот так, а тут уже рассветает, где вот обком был сейчас, где, да, заседают там парламентарии наши, президент. И вот мы там, в принципе, расцвело, уже и нет-нет, и грузины есть, и мы вдвоем, я честно говоря. А за нами должны были приехать. Ну, кто-то, может, или запамятовали, или что еще, в принципе, хорошо. Абзик, узнав, потом, да, кинулся, где Дима, где я. Ему говорят, он в городе. И Абзик приехал за нами вот утром, я помню. И так и потом, вот с Мучни-Хварцки, а первый город, когда отдали, вот первая там вылазка, мы тоже все время бегал за мной, где-то как бы, где нужно, и там и за руку тащил, и все. То есть это... Опекал. Опекал, да. Он на самом деле от всех отличался своей порядочностью, добротой, в то же время уивалларги удзомус. Ну, такой был. Вот. Он помогал всем. Не было такого. Кто был в зоне его доступности, и просто что он видел или знал. Причем и старый, и млад в эту категорию входили. Может показаться кому-то, кто будет смотреть это видео, ему может показаться, что там, ну, рассказывают же про человека. Реально я ничего не придумываю, ничего не пытаюсь украсить в воспоминаниях о нем. Абзак июз цвери с кифипшини вивибашукса юль пряхтыс коранги аганах янам хайд. Там в моменте же произошла стычка около парка, около 10-й школы. Потом, значит, грузины отошли к драмтеатру. Мы стояли у 10-й школы. Между нами поставили автобус. Вот. У нас было, может, человек 70-80, предположим. Да? На той стороне вся улица была забитая.
Произошла там первая артиллерийская перестрелка, там камнями, палками друг друга закидали. Потом почему-то мы пошли в наступление, хотя нас было намного меньше. Габзик очень хорошо дрался. Он любил, занимался карате. Вот. И когда мы перешли на ту сторону, он там завязал драку сразу с двоими-троими. И вот там на углу стояла будка «Союз печати», сейчас ее уже нету. И вот около этой самый такой попался ему самый упертый грузин, который не хотел убегать. Вот он его забил. Апсны акырт шанапла абзаг итача дрыцны янул кыта аджандара дыган. Абзаг яразнакалат хынхуит агуха, ац хагапшех, уайихан июз цизыки. Абзаг ваха ваха гайны дацам яци. Тауазар хайху гацана и мхшашар циху покрывала кырыла хына сарапенджир скалагала. Постоянно нервничал, знаете почему? Он вот постоянно нервничал, что что-то со мной может случиться. Одну историю я вам расскажу. На Красном мосту мы стоим, Абзи куда-то ушел. Оказывается, он пошел не через дорогу, пошел не через трассу, пошел по военной части, он пошел там по этим заголовкам их, пошел и вышел где эстакада. Два этих ему встретились, гвардейца. Вот так, лоб в лоб. Женщина это увидела, понимаете? Я двоих, короче, там сразу уложил. Уложил. И опять этот прыгнул в кусты, раз, как будто ни в чем не бывало, пришел и рядом с нами встал, понимаете? А женщина же оттуда шла, она это все увидела и проходила нас уже, мост прошла, она говорит, ой, мальчики, там, говорит, какой-то парень, по-моему, ваш, говорит, выскочил, говорит, двоих, говорит, там, расстрелял, говорит, и... Говорит, и куда-то сразу прыгнул, говорит, и все, говорит, пропал, говорит. А это она все рассказывает, и он стоит. Я на него так посмотрел, и у него, знаете, нехотя такая улыбка. Я сразу понял, что это он не сказал, и такой скромный был. Аюзца иргуалашует аху аныждубха адца ныгала абзагу хучкурив штыштуус. Идыруазша ахуха ахан хрошуа дэвхоз. Хатала яризы уялым шарге шыгалуз. Там уже темнело, и начали отходить. Говорят, надо отходить. Гиви Камугович подошел, там на Красном мосту. Я, он и Баталхадо, Баталашуба. Вот мы втроем вот там остались. И Гиви Камугович подошел к нам, говорит, надо уходить. А Абзав говорит, никуда я не уйду, говорит. Он ему говорит, так мы отсюда отойдем, говорит, мы уже сюда не... Он как будто чувствовал это, что вот город отдается. Абзаг мучни хорцкие дицны а универсам ахыбрахе и хадзыз ачконцер гупа джадыган. Ахуа акыртва вертолет кошала хысвозги, ишуа дэвизги айлыргара харахткой агачая хыгаз, и юзе тамаз берзиния данырху ахуштвертах дейгейд. Мы когда пришли на универсам, там ночью были, и кто-то крикнул «воздух, воздух». Когда он начал стрелять, я почувствовал, что аж асфальт, знаете, так кусками начало вырывать. И он меня попал, понимаете? Попал в меня. Я вообще вылетел, на асфальт упал тут. И я хочу встать, короче говоря, и не могу. Ноги мне все перебил. Он меня берет, на плечо бросает. Вот так закинул на плечо, представляете? И сейчас ведет в этот, в республиканскую больницу. Там, где рядом республиканская больница. Туда он привел меня. Абзагу и таачиери азухтуны и бабейд и тахарамышпак шагыз. Я балдыруаз усхан ан уртрекшера штухтан бихоз. Згэнта ацах, мама, папа ехэд, шыл байырласна, шыз готуб дотаға ехэд. Артыз базауа ехэд, аджгидын рыждзом ехэд. А тахмады атак ожвеги хаджгиды илых дырым адзам ехэд, шаала ехэн, хайгарц якуйгэд. Харе мапаки, ураб джирургна, урауи бешо, харахах чахцу, харгебраха казалки, хамцадзе. Вынах слаатсим бадзит абзаг. Башир хуйт, афархатара ауйю имгварта и тига дзонха. Ауйю ипстаза араха акузцу, ярбан тагла зааша заалаг гекна, афархатара ата гылара язых язару ишайда. Абзаг дазыхьян уя пышара. Яри хом сейбганы ахача с хрыстом.
ось еги войдет. Август вивипшва скифипшини вивяшуксазы купюк ар парча отцачида анак дзерар хахир гейт. Уртрупта дыхан абзак гургулияки. Гудзерская часть, у нас была абхазская гудзерская часть до войны, и у них, они попали фактически в окружение, и когда уходили оттуда, они закопали оружие, которое, ну, у них было. Вот, и у командования созрел такой невероятный план, значит, создать группу, которая поверху пройдет, обойдет город Сухум, зайдет в Агудзеру, возьмет вот это вот оружие и, значит, на обратном пути через мигрельские села вернуться. Вот. Но такое задание должны были дать как минимум людям, которые там прошли специальную школу, кому-то какие-то командос должны были быть. А это были простые абхазские мальчики, которые, многие из них там только со школьной скамьи, там, которые оружие первый раз в жизни держали. Вот они перешли. Возглавлял Дели эту группу, да, они, и фактически они тут же попали, местные жители их, ну, тут же рассекретили эту всю операцию, и грузины подтянули большие силы, они их начали блокировать, окружать, вот, и где это произошло? Это все в Шромах происходило. Вот, и Дели принял решение разделить группу, но их было там, если мне память не изменяет, 25-26 человек. Он их принял решение, чтобы уходить назад, и разбились они на три группы. Вот. И вот та группа, в которой был Абзагу, они значит, их зажали у основания одной из гор шромских. Вот. Грузины их блокировали, подтянули бронетехнику. Вот, и предложили им сдаться. Шромайны үн хучугачни абри үн хучучэхнис ататын хблах кокажим алыр хулшорхи арени бабзагу чумга хэтрхит хымпада хагача брай гожрийго абрё абрен билц сарасцот пшухара шара ишиштаху сыпсытыны Схрыстом хагаша хабас рейхит рхидивица. Пшва апатрон иман, граната криман. Абре граната схазин сижет харихит рхи. Усхан апши хамзи, дца наш харача, апш дылапана дыш пшуаз. Хагаша рукши, амнюйн хуче хабас. Ян рукша, ариюшон, Днылыща виштах отцастки и хацхрары гиритон, а у аги изигон хагача гуэр конаха. Арт рыба митцаны, и речуица хозма уси хазага шима дзамста бзагу. И визча радки сирад псрегишам, убус дырзыкан и визча. Арт макушху ирго, ашак пынца ирго, и рымана янбилца ивна. Уси хазаф тахагачи хабас ирмаз со халай яй команда гонрхи. Хара уртапсу ахрылгет уштап, шаала ханрихр абзагу зимч хакут билзи. Духуайтархи, уси базбаха, айрман шапхин хозабас, ачкун ихуа абшахуанрхи. Шарадуни хан ябсу ашузрылгадзом. Апсны циркек илышук и духанаца, апсны шешиц гадзон, сэргер асыгоп айган дырпылы дырхи. Соса команда гайдзе дырхи дахалая, и псы што дышкаха. Ржанарха, ябджириима зипатрон когенихи, яйгурац пейнай, и граната аштихан и чпири, дыргипшюк хан ярдзе дырхи. У него в той ситуации был шанс сдаться. Потом уже, когда этот момент уже разбирали, он мог сдаться, но он это не сделал. Потому что фактически его гены, его воспитание, оно ему просто не позволило, да, вот, унизиться до такого, чтобы сдаться. Никого не хочу ни в коем случае обвинять, да, из тех, кто там попал в плен. Никоим образом не
морального права никто не имеет. Но он вот просто своим поступком доказал, что вот надо на войне быть именно таким, принципиальным, бескомпромиссным. Такова была как раз его натура, в этом вся и заключалась. Он начатое никогда бы на полпути не бросил. И он, естественно, пошел до конца. Абзагу дештахазату Нелли Александр Ипха алчаяла шасша ахуштуртах дейхейт. Ихуны ярго азустус бойтха. Явамыст, анул гудертомыст дайна. Сарасуин стуклон инак. Эссымша аждршит анархала гебольницах стуклон. Варисищцомыст арталакуахин цыгбдыргот брышуэгя. Урысычкун дыршырцки сасыршырек мисхонаха. Зынысым уцкэ. А больница ханутка снет, аж словно сцотка санала гергицитсе. А больница ханаш халагала. Ну, бусхан хачку, ну, брады, штан, харе хаздырдзомыз. Уады сбонаха, сильнарамцы, ирмуй. Зымч зылшау хваз, а потенциал бзия змаз. Запхаха зыпсад гилайзу айвилары ирухашаз арпыз, и пстаза арачахтейт, вейвюх башуксад шартагылаз. А та отца и раздырцов из дрычкун дыштахаз, а юсцеги и гохны и разхомост. Рах и юсцауэй, и ордыруэй, хай хар хэдзом, а бса гудайма нахэ нахэ, вуршат шэцэм зи табаку нахолэг, а нахэ дэцэм пшухорэд цэд, арах пшухорэд цэд, пхорчалка пшухорэд кубрхон и хар хэдзом зи. Ари дааш тэрхэн дэрги, Терманицан, республиканская больница Анденагана, убра джера дрцухаза, абра ахаким дрцхраун рхи, апсуаиш нинергоз, и жуаны гана, ртыпком вящар бепш. Абзагу и патретку трхи. Арт и висфазыги рахай, бориски и рзия и рзыгом и гожина, сарауски сархат зобс. Уже бишь рацарея чух, Иришка уаха уйдены мне, тыганди жи добра, аж пачку на ктыган, тыгана, а больница и бура дижи, ты мюя шерпепш, и ты птых жицхай, лярхи. Борис и юсся мярка, хаштапа на лай занит обзиге, а партсиге бурхосхо. Зыштым-то и тагылаз арпас ехалату, а таачара далалар алшон. Ан уяюзы ахтыс езырхьяны илыман лычкун изын матпа. Иғаз ирейхіз афтадбы. Ицахын ахим ачазге. Урта матоква абзагу фирдзейд азухбэнды имуэх данын асгяргуз. Абзиг пустай годха. Ама чаз чахнисым ана сата ахунисым ана костюм. Ихын биши баған дима тупа чахнисым ана. Борисе нярха. Тайну сейхи. Дели хит, абзамима тупо сати хит, елови сана хер саналага, бымшами хит, агамзраги хит, духны дыгобахай хит. Дарыц керами хит, има тачацку шестоби. Абасала има тупо ишырцан, ишырцанома и юзча цетаха дыцар харчице. Мы жили в одном подъезде. Я жил на третьем этаже, он жил на четвертом. Мы с Борисом Алмасхановичем поехали в морг. В морге нам показали место, где закопали, там несколько человек было закопано. И во дворе, собрав ребят, мы приехали и стали выкапывать. Мы попали два раза под обстрел, то есть выкапывание происходило где-то часа четыре, потому что мы находились на оккупированной территории. Акрт шанен автомат круг неркит Борисра. Боже, со схосами, где дзица сержерги гейт, сычкун тщуп са шизуропи стохохай гейт, а юсти хацыз, а крыхер хан саха, сшани гейт, хани гейт, сыпсора сымтиецти гейт, убысхан акрт шала счажи дейт Борис. Акрт шу бзени дейт, елаш тазыку ячкун ча, ашакку хаккун хавшома, хара хачкун джуб, На следующий день утром мы Абзагу положили в машину скорой помощи и под флагом Красного Креста
по территории от Сухуми до Ктола. На оккупированной территории отвезли его туда и похоронили. Атынчра аамта аан ацейца рабацар жуид. Айбашран абацар паца. Хайера каланза инхоз Геродот ейцер дыруа абриихамта, апсу шкую Борис Гургулия и разлоге яхарша лахыд. Ашкую и таачара, апсуалы шапуев шияца гылыд, имя пырга и дарья гуагра. Изныкамква ирзыбцазарын ус ихо алахинца. Забьевш авюква рейн раала разлшоз Борис Гургулия и пейхаб ахра, ива юбжара днукланза ачимазара яхкана ипстазара далцвуид. Уяштах, ахуй ктолы эймаз до амедуача, ипстазара джахцоид, атаачара рейхабу и хата. Барт рабхи сапсад, барт смота цунайр, адуни сестоба хуч парла увар, хапсалы яхка, яхгон, ябги сарки, абарт рла абсатан. Абарт крыхшан сисахал, ску и тажу штажу цитажу. Ми чачкун цуя адзихча. Измедзам зивш сто и вихла. Речь ардара каратаху. Дышпахала рызейш еха и псы тастки абзагу. Изныкамба арьяздара тагахацара рчазырфихейн имизца. Не хватает, да. Я иногда думаю, вот, да, бывают разные события в Абхазии. Я иногда думаю, вот, как бы он, например, к этому отнесся, к тому отнесся. Ну, вот, чисто так для себя интересно было. Потому что, ну, он всегда был впереди нас всех. Да. Такой сам по себе был. Говорят, что героизм легче проявить в войну. Труднее в гражданской жизни. И вся его жизнь вот, была подвиг. И он так для меня и в памяти моей, и в сердце навсегда и остался. Вот мерило настоящей дружбы, мужественности и нравственности. Еще я уверен в том, что будучи живым, находясь среди живых, вот здесь, если он бы жил бы, творил бы, работал бы в обществе, он, естественно, намного больше к этому прибавил бы. Он бы значимой фигурой был бы уже на сегодняшний день для всей страны. Я не знаю, в чем именно непосредственно это отразилось бы. У него много было положительных качеств, но он бы обязательно был таким человеком. Абхазия потеряла одного из достойнейших сыновей. Алхас Кургулия Ахра и Пейхабью. Яра Абзавдан Тахоз Вишуксаракун и Хоцвас. Аха Яб Яща и Бзиена Дейгуалафюид. Ехеге Яризит Джарпшигуб. Знаете, он всегда был примером для подражания для меня. Я с детства рос на его поступках, на его мышлении, на том, как он видел этот мир. И самое такое, что мне в память врезалось в самом детстве, еще мне было около 10 лет, мне отец сказал, вот ты будешь расти, и в какую бы ситуацию ты ни попал, какое бы решение для тебя тяжелое бы не было, ты всегда задай себе вопрос, как бы Абзик поступил в этой ситуации. И это будет для тебя самое верное решение. Конечно, тяжело действовать так, но я пытаюсь, и мне это очень сильно помогает. А война страшная, жестокая, да, и она таких людей она всегда забирает. Вот я, ну не знаю, может это неправильно будет сказать, но больше чем уверен, что вот Абзак погиб в начале войны, да, в самом начале войны. Там, Хасик Гамба погиб в январском наступлении, там, Арзамет Тарба погиб в мартовском наступлении. Но это такие люди были, которые до конца войны они не дожили бы. Они бы в любом случае погибли. Просто война вот таких она всегда забирает. Вот это излишняя, я бы сказал, отчаянность, вот бескомпромиссность, она не прощается во время войны. Он был лидер среди нас. Он был самый-самый. Вот, если бы эта речь шла о подразделении каком-то, то тогда бы мы бы сказали, что потеряли командира или замполита. Дима яхеге и чахна иму бабзаг арран и заиштез асалам шху. Уиз незнала и ацо ригалуид, да и тапхуид, дар хуцуид. Такой момент наступил, что во дворе, в принципе, кто в основном все были в армии или на учебе, я фактически один остался, да.
И, видно, я ему писал, вот исходя из этого письма, писал, жаловался, да, на это. И вот он мне пишет то, что, ну, там, наряду с тем, что вот он мне там такие дает это, чтобы я там не ленился, учился и все прочее. Вот он пишет, я сейчас, я понимаю, тебе сейчас нелегко, только не надо больше писать, что ты, я буду копировать твои слова, в своем родном городе в буквальном смысле этого слова остался один. У тебя же есть старший брат Ахра. Ну, Ахра у нас в своем старшем брате пишет. Клянусь, если он разделяет Абзика и Диму, так что я спокоен за своего друга и знаю, что он не один. Это же как, брат не всегда может быть другом, а настоящий друг всегда и брат. А ты часто читаешь? Ну, периодически читаю. Минуты слабости. И почитаешь, легче становится. С ним пообщался, как будто. Абсра изыхью ауа рьяйра зал шумрхюйд. Абзаг и псагдил ахакутразы абсрада зыхьян. Яраипш рхуя мигдзит зыкюла абснадзитва. Дахимдзейд абзаг гургулия ахакуитра амш. Абзаг уебш иго ауа, ииз хава ахучкварзы и джарпшига хару, убасхану абснапейбш тызго абипара анейцагылу. Жамшрылад. Дэтахагуша итаха. Жамшрыла гигайц измач дзамархит. И табуб хаясхо. Хайбар бхашит. И псадги лихчит. И юзчихчит. Мы стараемся своим детям рассказывать. Да, вот я всегда вот им говорю, что надо равняться именно вот на таких людей, что в этой жизни вот какой поступок совершил и на могилу привозил. Сейчас у меня совсем маленький ребенок растет, ему тоже рассказываю, ему очень интересно это все. На таких надо равняться. Я убежден, что вот даже моя конкретно жизнь была бы другой. Не только моя, я же говорю, это была бы в обществе значимой фигурой. Такие, как он, определяют зачастую будущее народов. Когда они задействованы в обществе, они очень на многое способны. Всем нам надо постараться, чтобы будущие наши поколения ориентировались на таких ребят, как Абзик, Гургуля и многие-многие другие ребята, которые сложили свою голову за родину. Абзагу юсцуере репши хазроб аяйра хзазгаз. Абри яйра хзаргаз ян хазачар идмрдза и харха. Аяйра хауз и хампыцамдза. Патуа курца рхышу хто имя прга. Якум харамца Рыбсад гелей чаха, а хучка и рылшот им шемар хацар арцарц, убрезыно, а хучку гельха закурцас. Хидзила им вясыз ауе, ярада нығамге ихидз аан хойд. Абзаг гургулия ихцахуб ахватуй амио кваруаг. Ихцахуб ярад зылгаз ахватуй ажабад бешкол, ажабад бе аглас. И биография рцойд ацавца. Абзагу ихцуб Ахра Гургулия и Пейцбы. Абзагу Борисипа Гургулия Аджинчтулаб и Башран Яйр Пшизагуншаразы Янащуб Леон и Орден. Арпус им шира Ачны Апрель Зеверзы и Сышукса Анышдахама Доктолха Ашт Курымана Яуэйт Ажабатуй Ашкол Адзавца. Минутк Тычумтрала Дыргуала Дыршуэт. Аламыс зигирап хизыргылус абзаг гургулия.